Всем привет! Обзор игры Андромеда он зомби. Погнали! Игра вроде как похожа, знаете, проще, с какой игры проще толкнуться? Ну, скорее, от Left 4 Dead, допустим. Несколько оружий, пистолеты, то есть каждый раз проходишь уровень определенный, он все мощнее, мощнее, больше все зомби, зомби. Проходишь, переходишь на следующий, там модификация разных оружий опять же идет. Никакой прокачки, здесь ничего нет, просто тупо ходишь и убиваешь зомби. Все, здесь нет ничего такого. Игра очень прям проста. Снайперки есть всякие разные. То есть все есть. И он собирает все в кучу, каждое оружие. То есть, допустим, пистолеты, топоры, мечи, все вместе. Если честно, анимация холодного оружия просто говнище, я бы так сказал. Мягче слова нет, это честно. Только одно действие, один взмах. А на мечах это еще хуже. Здесь тупо нет никаких возможностей. Вот и все. Чисто ходишь, бьешь, все. Здесь нет никаких заданий. Здесь нет мультиплеера. Здесь вообще ничего нельзя делать. Вот и все. Находишь патроны, бьешь, режешь, убиваешь, прошел уровень и все. Вроде я прошел 3 уровня, все, игра закончилась. Все. Они тупо стоят. Никакого движения, ни эффектов, ни разбрызгивания крови, ни там голова, чтобы разлеталась, туловище, вообще ничего нету. Просто все очень сделано тупо. Я недоволен игрой и отзыв отрицательный. Поэтому как-то так. Всем спасибо, всем пока.